Привет, зрители, ставим лайк и поехали. Такой простой, казалось бы, предмет обуви, как лапоть, настолько прочно ассоциируется у нас с русской деревней, что мы мало задумываемся о его истории. Ну, лапоть и лапоть, что тут может быть интересного? Однако это очень любопытный предмет. История этого плетеного ботинка не так проста, как может показаться на первый взгляд. А сам он был для наших предков не только ходовой обувью самых разных фасонов, но и объектом различных суеверий. Впрочем, старый добрый лапоть всегда символизировал нечто хорошее. Слово «лапотник» встречается в самых древних русских текстах, например, в знаменитой Лаврентьевской рукописи. Вот лишь две выдержки из небольшого числа старинных текстов с упоминанием лаптей. «Речи Добрыня Володимиру, взглядах колодник, оживси в сапозях, сим дани нам не даете, поидем искать лапотников». И «лучше бы минога своя видите в лыченице в дому твоем, нежели в червлении сапози в боярском дворе». Крючки, с помощью которых плели лапти кочедыки, ученые-археологи находили и продолжают находить на территории современной России при раскопках древних стоянок времен неолита. Красивая легенда или реальная древность? Согласно альтернативной версии, которую выдвигают некоторые ученые, например, отечественный археолог Курбатов, лапти на территории современной России появились вовсе не в глубокой древности, а лишь в 15-16 веках. А то, что они были типичной обувью крестьян Древней Руси, мол, лишь красивая легенда, постепенно сложившаяся в ходе истории и воспетая романтически настроенными аристократами. В качестве аргумента археолог приводит тот факт, что на русских иконах и картинах лапти стали встречаться только с 16 века, а найденные крючки времен неолита могли использоваться древними людьми в каких-то других целях. Упоминание же у древних летописцев слова «лапоть», согласно этой версии, могло иметь какое-то другое значение – в прошлом веке. Если точное время появления плетеной обуви оспаривается, то факт ее массового распространения в России в последние столетия очевиден. Лапти были в ходу вплоть до начала прошлого столетия. Например, их носили крестьяне в гражданскую. В Красной армии работала специальная всероссийская комиссия по заготовке валенок и лаптей, сокращенно ЧКВЛАП, которая занималась обеспечением солдат этой универсальной обувью. Инициировал ее создание сам Ленин. Впрочем, лапти использовали и белогвардейцы. В русской деревне лапти, как правило, плел всем своим домочадцам глава семейства. Часто это делалось загодя. Например, зимой, когда крестьяне заканчивали осенние полевые работы и появлялось много свободного времени. Это ремесло было технически несложным и скорее повседневным. Обогатиться на плетении лаптей крестьянин не мог, потому что стоили они сущие копейки. На Руси даже была в ходу поговорка «лапти плесть, раз в день есть». Однако, несмотря на видимую простоту, не у всякого получалось овладеть этим мастерством. Согласно распространенной легенде, даже Петр I, которому в принципе легко удавалось любое дело, как-то решил попробовать сплести эту русскую обувь, но у него ничего не получилось. Так и бросил недоделанный лапоть в раздражении. Основные и запасные. Лапти были почти одноразовой обувью. Ну а если точнее, человек, которому приходилось много ходить, мог износить одну летнюю пару уже через 3-4 дня. Зимние лапти носились чуть дольше, недели две, но это тоже слишком короткий срок. Поэтому, собираясь в дальний путь, крестьянин обязательно брал с собой несколько пар запасных лаптей. Из лыка веревки кореньев. Лапти мастерили не только из бересты или липового лыка. Крестьяне носили лапти-вязовики, дубовики и так далее, по названиям которых понятно, кора какого дерева используется. Более того, лапти плели из мочала, пеньковой веревки и даже из корней растений, так называемые лапти-коренники. В соответствии с числом полос, используемых одновременно при плетении, существовали лапти-пятерики, шестерики, семерики и так далее, вплоть до толстых 12-полосных. Эта обувь имела множество вариантов в зависимости от конкретного предназначения. Зимой лапти плели из толстого многослойного лыка и провязывали дважды. Выглядели они более массивно. Описанные лапти, сплетенные из тонких полосок коры вяза, красиво украшенные, делали на выход и надевали только по особым случаям. В каждой местности своя мода. Способ плетения зависел от конкретного региона. Украинские и белорусские узоры отличались, например, от великорусского. Также разнились и сами модели. Северные лапти в Новгороде и так далее имели узкие носы, мордовские – трапециевидные, а на московской земле, как правило, носили плетеную обувь с высокими бортиками и закругленными носами.
На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно, странички в Instagram и Facebook, ссылки в описании.